Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Team Stories, и с вами, как всегда, Тим Малик. Сегодня я монтировал одно видео, и надеюсь, вам это понравится, потому что я снял реакции в чат рулетки. И я потратил почти месяц, чтобы снять это видео. Ну, посмотрите, если вы не подписаны на мой канал, подписываемся, ставим лайки и, конечно же, отправляйте свои рекомендации насчет видео. Ну, тогда поехали! Как-то раз сидел я в чат-рулетке, и мне в голову пришла такая идея. А что, если я буду делать пранк над людьми? Буду говорить на английском и буду читать стихи с жутким акцентом. И перейду на русский язык. Ну, почти чистый русский язык. И посмотрю реакции. И после этого понесло. Hello! Hello, do you speak English? Yeah. What? Oh, yeah. I'm Indian, you know? India. You know? Indian? Yeah, sure. Yes, the Indian. Do you speak English? No, I'm not speaking English. Oh my gosh. Oh, just a minute. You know, I know one words in Russia. You know? One minute. One minute. Okay, listen. Listen. Okay. You listen, man. Oh my gosh, what the hell is that? Listen to you. No, I understand. No, you should listen me. Okay, 1 minute. Only 1 minute, listen. Oh my gosh, what the hell is that? Vladimir Vysotsky. You know him? Vysotsky? Yeah, sure. You know him? Okay, listen. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Right? Is that right? Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Is that right? Yes. Well, на самом деле, ребята, я знаю русский язык. Это был прикол. Ой-ой-ой, ну, спасибо, что... Классно, я вообще... А ты, оказывается, знаешь английский, чего молчишь? Вот, по-русски тогда. Я на самом деле узбек. Я из Узбекистана, с Ферганы. Просто я шучу, сижу тут, шучу, как говорится, скучно. Что? Да, ну спасибо. Спасибо, что поддержали, как говорится. Hello. Hello. Do you speak English? No. I'm from India. I'm from Russia. My name is Raju. Raju. What's yours? What's your name? Name's Николай. Николай, yes? Николай Валуев, yeah? Yeah. Big one, yes? Sure. What are you doing? Are you smoking? Smoke IQOS. Ah, ooh, great. Oh my gosh. Wait, just a minute. Oh, beer. Oh, yeah, I know beer. Oh. I heard that, you know, Russian like to drink beer, you know? Yes? Poison. Yeah, sure. Okay. Just a minute. I'm keen on about poetry of Russian.
Listen, Lermontov, do you know him? Lermontov. Yes, yes. Погиб поэт, неволник чести. Пал оклеветан на молбой, свин сон груди и жаждой мести, паникнув гордой головой. Yes, sure. It's hat, yes. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Oh my gosh. I just forgot, you know. I'm sorry. Wow, it's very cool. That was good? Very cool. Oh, thank you. На самом деле, я знаю русский язык. Я просто шучу с людьми. Ну ты поверил, честно скажи. Да. Ну похож, да, физиономия на индейца похож. Да. Ой, Николай, Николай. Я думал, ты не поверишь. Ну откуда, блядь, кто сможет знать? Ну чё? Чё ты не... Не, смотри, я на узбека не похож? Ну, я буду знать, нет, похож на индейца, ты похож. Это норм? Это норм? Можно выкладывать? Ты не против? Ну, наверное, да. Популярным станешь. Я шучу. Ну, братан, спасибо за реакцию, реально. Я был очень рад с тобой пообщаться. Hello! Do you speak English? I'm from India. Do you speak English? So. Yeah, okay. What's your name? Lisa and Nomina. Lisa and what? Nomina. Nomina, yes? Yes. Okay. How old are you? I'm 16, she is 15. 15, ah, sure, okay. What do you do, actually? What? What? What are you doing? We are walking. Ah, okay, great. Just a minute, you know, I'm interested in Russian poetry, actually. One minute, listen me. Sergei Yesenin, you know him? Yes. Okay. Zimny vecher pazadvorkam. Razukhabistoy gurboy. Oh my gosh, I just forget. Oh, really? Yes. Okay, I know another one. Okay. Sergei Yesenin. Белая Бироза. Под моим окном. Принакрыла снегом точно серебро. На пушистых ветках снежною каймой. Is that right? That's all? Is that right, I mean? Yes. Okay. На самом деле, девчонки, я не индейец. Я узбек. Я из Узбекистана. Ну, похож, да? Похож, да? Да. А вы откуда? От какого? Какой город? Я же вроде бы спрашивал, да? Волгоград? Улан-Удэ. Улан-Удэ, ага.
Вы очень красивые, кстати. Спасибо. Не за что. Ну, гуляйте дальше, я просто пошутил с вами. Ладно. Удачи вам. Hello. Do you speak English? No, Russia. Yeah. Russia. Okay, I'm from India. I'm Indian. Oh, Delhi, Delhi. Sure, Delhi. Sure. Yes, sure. You know what? Actually, I'm keen on about Russian poetry. Do you want to listen me? Listen, Sergei Yesenin, you know him? English, little. Okay, yeah. listen, okay, 1 minute, listen. Okay, Sergei Yesenin, тот поэт врагов, кто губит, чья родная правда мать. Кто людей как братьев любит и готов за них страдать. Он все сделает свободно, чтоб другие не могли. Он поэт, поэт народный, он поэт родной земли. It's good? It's okay? Yes? Oh my gosh. Great, thank you very much. На самом деле я знаю русский язык. Это был прикол. Привет. Ну, все равно нормально. Нормально? Реально? Ты поверил или нет? Мне просто скажи. Нормально. Поверил? Не, по-английски можно понять, но почему поверил? Да? На индейца похож, что ли? Да? Не, ну почему есть такие черты, как бы, ну в Индии, да, может быть там, как бы, да. Учишься там, допустим, в России, да, да, да. Там, или что-то. А так я из Узбекистана, знаешь, да, Узбекистан? Я из Узбекистана. Ну, конечно, конечно. Ну, я просто хотел пошутить, я был очень рад с тобой пообщаться. Ну, ты откуда вообще? С какого города? Хорошая штука. Волгоград. Волгоград. Чем ты занят? Да. Извини, что я на ты, просто я привык, понимаешь? Я каждый раз обращаюсь к людьми на ты. Ничего страшного. Это вот работаешь или чем занят? Дома работаю на себя, хозяйство держу свое. Понятно. Братан, спасибо тебе. Спасибо за реакцию. Молодец. Шутки хорошие и веселые, так что... Спасибо. Продолжай. Будь здоров. Привет. Как вы? Нормально. Как вы сами? Тоже хорошо. Сидите. Скучно? Да. Сколько вам лет? 18. 18. Ну, молодо выглядите, кстати. Реально. Я знаю, в старости буду красивым. Вадя! Скромный, хвалю. А вы чем занимаетесь, кстати? Учусь пока что. В универе? 18, это школа, да? Колледж. А, колледж, да. Какой колледж? Академия правосудия. О, серьезно, юристом хотите стать? Я хочу стать судьей. Судьей, это уже серьезно. Но я вам желаю терпения в первую очередь. И это очень тяжелая работа. Вы будете принимать такие решения, что ох. Поэтому. Зато там взятки. Взятки будете получать? Конечно. А почему туда на работу поступает, да? Как иначе, да? Ой, молодец. Ну, давай, удачи тебе. Я пошел дальше. Спасибо. Привет. Привет. Как ты? Нормально.
Откуда, Москва? Нет, не Москва. Чем занята? А? Чем занята, говорю? Работаю. А, на работе ты? А я подумал, да. Ты лежишь. Где работаешь? Не, работаю. Где работаешь? В магазине. Магазин. Классно. Скучно стало, да? Да. Понятно. О, о. Я бы хотел так жить. Да, да. Да, классно. Ну, не поешь. Да, я уже поел. С какого города? Новосибирск. Новосибирск слышал, но я не был там. Вот так вот. А я из Ферганы. Фига, что это такое? Это собак. Фига себе. Реально собака? Мертвая или живая? Живая. А, похоже, что уже сдохла. Блин. Ой, блин. Что это такое вообще? Ой, блин. Смешно, вообще смешно.